Ангарчане в этом году написали тотальный диктант, хуже, чем в прошлом году. В 2015 у нас было 20 пятерок, в 2016 их только 3. Впрочем, результаты по стране в целом не столь радужные. Из 146 тысяч человек лишь 1% участников диктанта справился с проверкой грамотности на «отлично». Чаще всего россияне ошибались в пунктуации. Много сложностей вызывало и правильное написание слов «каллиграфия» по-древнеегипетски, «финикийцы», «эллины».